а из этого окна Засамарская слобода видна. Дома в жилом комплексе «Волгарь» для переселенцев из ветхого аварийного жилья практически готовы. А как у вас делится время? Со скольки начинает работать? С 7 утра, да? Или скольки? Да, по 8 до 8. Световой день. Вот уже трактора стоят на той стороне и на этом доме. Здесь на доме стоят уже трактора. Понятно. По вашим субподрядчикам, вот, по наличию материалов, окна, стеклопакеты, утеплитель, все это есть в необходимом наличии? Не получится так, что материалами они, так сказать, все подведут? Сейчас завершается этап основных строительных работ. Приступить к отделке планируют уже с 20 ноября. Здесь будут такие же квартиры, как это. Обои, сантехника, межкомнатные двери входят в чистовую отделку. Квартиры под реализацию программ переселения сдаются в чистовой отделке. На этой же территории предоставлены квартиры для детей-сирот. Это замечательные квартиры, красивая отделка, замечательное благоустройство. Эти дома начали строить только в июне. Работы ведутся строго по графику. Всего по программе переселения город должен приобрести 741 квартиру. В копилке уже есть 502. Здесь, в Волгаре, 239 однушек, двушек и трешек обретут своих хозяев. Подрядчики уверяют, вселиться люди смогут уже после Нового года. Единственная проблема, которую сегодня озвучили, это грунт. Его здесь много нужно, порядка 50 тысяч кубов, чтобы выполнить вертикалку и потом благоустройство. Здесь много поднимать. А по остальным материалам, минплита, материал на кровлю, керамзит, раствор, кирпич, с этим проблем нет. То есть ни у нас, ни у подрядных организаций. Уже в середине декабря дома будут сданы в эксплуатацию. Также для удобства жителей завершается строительство дороги, по которой также запустят городской общественный транспорт. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.